Все, идем сюда. Проходим быстрее. Заходите, давайте. Мы все равно курсы заходим. Давай, давай, заходите, не надо, взрослые. Давай, 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 заходите. Так, сегодня у вашего спортсмена, коллеги, день рождения. По традиции клуба «Ярополк» любой желающий может проставиться перед своей группой. Как говорится, не повторяйте за другом, придумайте что-то необычное. Человеку же будет приятно ваше искреннее пожелание, хорошо? И давай от души кавказского, вот это вот кавказское приветствие, давай, давай. Тима, с днем рождения. Желаю тебе удачи, много друзей, много денег, много сил. Ну, поздравляю. Вот кавказская, знаешь, гостеприимство такое? Большие круглые столы. В принципе, ты там уже очень красивые тосты говорят. Учись. Антропов, Дима. Я желаю, чтобы у тебя были одни успехи, в школе были одни пятерки, а ты много побывал в всяких странах, у тебя было очень много денег и много было... Учитесь говорить, это нужно в любом случае. Говорить на публике нужно уметь. Вот оно. Дима, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы слушался родителей, хороших оценок, много крутых машин, тебе домов, вот этого всего. Домов и машин. Сейчас ему это не нужно. Сейчас ему нужен ум, светлая голова и целеустремление. Понимаешь? Я понимаю, что у тебя папа строитель все это делает, и ты это все видишь. Но... Так, давай, поехали. Дима, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты был очень хорошим спортсменом, всегда получал очень много медалей, кубков. Молодец, давай, следующий. Дима, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя всегда было много друзей и хорошее настроение. Молодец, Барута. Дима, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы был умным, красивым и мужественным. Молодец. Дима, я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю, чтобы ты был ловким, красивым и обижал девочек. Хорошо, серебряник. Дима, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда делал правильный выбор, любил Россию и чтобы у тебя всегда была целеустремленность. Молодец, муж. Дима, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и лучшей семьи, чтобы ты в будущем стал чемпионом и международным мастером спорта по рукопашному бою. Молодец, Костюк. Дим, я тебе желаю хороших друзей, чтобы ты был сильным и красивым. Петров. Дима, я желаю тебе успехов, счастья, здоровья, чтобы ты всегда ходил в Ярополк, дрался. Драться мы здесь не учим. Ну, бойбой. И чтобы ты был всегда сильным. И вот зацепочка, звезда нашего вечера, давай. Димон Покемон, желаю тебе счастья. Стоп, да? Димон Покемон? Ну да. Это у вас такая фишечка, да? Ну давай еще раз. Димон Покемон, желаю тебе счастья, здоровья, успехов в жизни, оценок хороших, кубков, медалей, когда ты будешь ездить на соревнования. Богатство в будущем, чтобы ты всегда был лучшим в Ярополке или... Лучший в Ярополке, тут как бы один. Илья Сергеевич. О, да, шучу, конечно, лучше, я шучу. Лучше, чем я. Да нет, я организатор, а вы спортсмены, вы мое детище. Давай, и... Ну? Побед! Молодец, давайте похлопаем. Я тебе, в свою очередь, желаю. Там машина, дача, это все потом. Хотя, как сказать, ну, об этом тоже надо мечтать. Но при этом надо что-то делать. На данный момент учеба, родители, спорт, друзья. И зарождать в себе и каждому из вас желаю те правильные вещи, которые вам помогут в жизни, в
дальнейшем стать нормальными мужчинами. Понимаете, не то что спортсменами, а нормальными. Это ум, это сила воли, это выносливость, ну это уже физические взгляды на жизнь, какие-то правильные вещи в вашей голове. Понятно? 9-12 лет, как обычно. 3-4. Ты сыра, и я это забираю себе одну штучку. Все. Так, порядок сделайте. У вас 10 минут.